Москва впервые попала в десятку самых привлекательных городов для путешествий по версии популярного британского путеводителя. Российская столица заняла 9-е место, обогнав американский Портленд. На первом месте французский Бордо. Здравствуйте! Это программа «Жизнь в большом городе». Меня зовут Валерия Дергилева, и в ближайшие 20 минут расскажу, чем живет столица. К новым горизонтам. Насколько Москва лояльна к туристам? Какие советы дает горожанам знаменитый российский путешественник? Можно ли отдохнуть в Москве бесплатно и нет опасному ночлегу? Мы проверили столичные хостелы и на удобство, и на безопасность. Для тех же, кому путешествовать по отелям скучно, есть другой вариант – собрать экспедицию и двинуться в путь навстречу ветрам и приключениям. Для таких любителей экстремальных маршрутов недалеко от Москвы есть специальный комплекс с целой полосой препятствий. Преодолеть их давно мечтал Никита Соловьев. Ведь эти упражнения разрабатывал один из его любимых путешественников – Матвей Шпаро. Так, испытание паром, в котором команда должна перебраться от одной площадки до другой, появилось не просто так. Все это родилось как раз из моих арктических путешествий, потому что очень часто у нас появляется полынья, небольшого размера полынья. Это значит вот такая река между двумя льдинами. Иногда такое бывает, что находится какая-то льдина, которая плавает вот посредине, и она вот используется в качестве такого парома. Вся установка – это 160 метров различных испытаний на высоте от 4 до 9 метров. В среднем дети проходят только один уровень – за час. Никита признается – это сложно. Но благодаря таким препятствиям понимаешь, что по-настоящему важно – путешествие. Здесь не справиться без командной поддержки. Вот высота была, вот она здесь вообще ни при чем. Здесь даже высота не очень была главная. Здесь было главное командный дух и точность сосредотачивания.